Подготовка к зиме и грядущие Красноярские экономические форумы – эти две темы стали основными на заседании Президиума краевого правительства. Так, в регионе успешно идут к завершению все работы, которые необходимо выполнить перед отопительным сезоном. Средний уровень готовности котельных, теплосетей и жилищного фонда – 87%. На две трети заполнены склады угля и горючего в отдаленных районах. В правительстве уверены, что все будет готово в срок. Второй важный вопрос – подготовка к Красноярскому экономическому форуму. До него осталось полгода, на этот раз он состоится в конце февраля. Основной темой станет развитие Сибири, в частности, проекты комплексного инвестиционного плана «Енисейская Сибирь», который получил одобрение федерального правительства. «Енисейская Сибирь» как комплексный инвестиционный проект является проектом номер один в стране с точки зрения масштабов и перспектив. Во-вторых, в связи с тем, что в рамках территориального планирования у нас появился Ангара-Енисейский кластер, и иркутяне также хотят обеспечить управление своими проектами через Енисейскую Сибирь. И в-третьих, готовится указ президента по ускоренному развитию Ангара-Енисейского кластера. Вот все эти три фактора дают нам основания считать, что красноярцы должны сосредоточиться прежде всего вот на себе и на близлежащих территориях.